Всем привет, ребятки, меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Player 9378, для которой понадобится одна сишка и 4 обычных топора, не больше. Всего на базе 6 ящиков. Здесь смысла заходить нет, тут только 2 верстака. Верстака, вернее, один швейный стол и другой, вроде как, верстак или что-то такое, но они пустые. Здесь взрываем одну фишку, тут будет 6 ящиков, сзади будет стена вот тут деревянная, и за ним будет АТВ стоять, тоже смысла туда идти нет, там тоже будет 2 станка, которые являются пустыми. Так, готово, от 3 волн избавился, давайте посмотрим, тут руда, здесь ничего интересного, тут морковка, так, ящики, кожа, вода, дальше. Ну, хотя бы калаш есть. Кстати, молотки тоже иногда могут быть полезными. Так, тут талоны заберу. Следующий ящик изолента. Пускай будет еще водичка. Это можно схавать. Так, тут бензин, микросхема. Да, не так плохо, как я ожидал. Ну, типа, хрень тоже, но, по крайней мере, что-то интересное тут-то есть. Так, вот это забираем, и можно отсюда сваливать. Байка тут нету, в пикапе вроде тоже ничего никогда не было здесь. Да, пусто, байк тут только мой. Там и сюда, и сваливаем. А на этом все, пока-пока, до скорых встреч.